4 декабря, и прямо сейчас я буду выезжать на вокзал. Сегодня отправляюсь в Артек. В общем, влог обещает быть интересным. Оставайтесь со мной. Приятного просмотра. Я уже вышла на улицу, взяла портфель. Сейчас мы идем в машину. В 4 мы уже встречаемся на вокзале с делегацией, с которой я поеду. В общем, следите за тем, как все происходит. В Питере зима, а я еду в лето. В общем, ребята, я уже в поезде, вот сейчас пришла переодеться, познакомилась с многими ребятами, вот, впереди еще 2 дня. Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы находимся в поезде, в каком-то поезде. 20, 19, 18, 17 место, и у нас уже... У нас ужин. Да. Обзор. Две сосисочки, макарошки, огурчик, помидорка. И хлеб. И еще топчик. Это же мечта. Ставим лайк. Всем привет, ребята! Я мистер Макс. Мы едем в другой вагон, когда Сергей Сергеевич зайдет. Смотри, все, погнали! Погнали! Ксюша! Она же закроется скоро. Ребятки, будет игра сейчас, я не знаю, как она называется, вот, мы будем играть. Так, ой, не туда нажала. 4. Прижали. Тропчик. Обзор на наш ужин. Ребят, я тут немножко переехала, теперь мы живем втроем. Нет. Нормально? Пятером. У меня, кстати, на камере прям четко так. Да. У нас утро. Наш завтрак. Время 4 часа утра. То есть вот так. Мы уже через 10 минут выходим из поезда. Да боже. Собрали. Вода. Мы сейчас с вами отправимся на базу. На базу нам выдали медицинские карточки. Сейчас будем проходить видосмотр. Идемте. Мы пришли на первом этаже, первый досмотр. Вот, идем сейчас смотреть. Мы пришли на досмотр и сейчас вместе идем погружаться в автобус. И ехать сам Артек. Мы в автобусе. Едем в Артек. Я... Ребята, мы приехали в наш корпус хрустальный. Мы положили там вещи, и сейчас весь Санкт-Петербург ведут, видимо, в столовую. Вот так вот. Мы идем кушать.
Прямо около нашей столовой поставили елку, какая красота. Мы взяли еды, обзорчик у нас чай, печеньки, маслица, йогурт. Нарезка и каша. Водичка Артека. Берем. Мы позавтракали. Нас не засели вместе, ребята. Мы расстроены просто. Смотрите, там красненькие. Мы заполнили какие-то бумажки. Вот, сейчас мы ждем какого-то очень важного человека, и нас будут распределять. Алина. После обеда мы отправились в Артековский музей и также посетили мастер-класс, где делали новогодние подарки. Ребята, мы идем с мастер-класса, мы порисовали, сделали подарочки на Новый год. Вот, сейчас идем, заберем еще тех, кто приехал, и потом пойдем на ужин. Поднимаемся к нам. Ужин. Знаете, сегодня оладушек со сгущенкой. Yeah. Тефтелька с картошечкой. Мы идем завтракать. Как их много. Как... В общем, ребята, сегодня уже второй день в Артеке, если у меня. Вот, мы сходили пока только на завтрак. Вчера все закончилось знакомством. Вчера все закончилось знакомством и вторым ужином. И потом мне выключился телефон. Вот. А это наш Хогвартс, в котором мы скоро пойдем, наверное. Сейчас мы идем на водный инструктаж от полиции. Отряд наш горный, добродушный, вяжем репики, мы дружно. Я думал, что дружно. Ближе! Вы сидите, сейчас они сидят. 3 секунды задержаться надо. 3, 2. Один. Теперь ее носить с собой всегда нужно. Мы идем в столовую. В общем, ребята, у нас уже была игра. Потом мы зашли в комнату, посидели. И сейчас идем в столовую на обед. А это янтарный. Видимо, они пошли в воску. Наша столовая совмещена с янтарным, то есть здесь едят хрустальные и янтарные. Всем, всем приятного аппетита! Сегодня анимация. Мы взяли блинчик со сгущенкой и пряник. Показываю свои умения. Так вот, так вот, вот так вот, так вот. Та-дам! Я считаю супер. Просто такая вот я туристка. У нас борт. Скоро у меня есть футболка Тура.
форма тура, вот такая рубашка, ходить в школу. Три футболки одинаковых. И вот такая вот флиска-жилетка. В общем, ребята, сейчас мы проходим фотокросс. Вот, пока другие рисуют, я вот бегаю к вожатым, спрашиваю вопросы. Обзор на наш ужин. Мы сейчас будем есть в Янтарном, потому что в Крустальном просто нет мест. Первая буква алфавита, имя хранителя Аюдага, главный хранитель детского сна. Наш талисман. Вы, ребята, молодцы! Артекацы! Наша славная семья. Жена хрустальная. Жена хрустальная. Хрусталинка моя. Ты гори! Гори костер, праздничный, чудесный, озари морской простор, вспыхни звонкой песни, небо искорки светли, станут звездами они. Приезжайте, вожатые, третьего отряда, Екатерина, Карина, Магомед. Все получится! Мы самые лучшие, у нас все получится!